Начни ходить голой. На улице, конечно, практиковать это не стоит, но а дома 100% да. Самое главное правило – ноль одежды. Абсолютно. И вот какая от этого польза. Во-первых, ты заметишь, как полюбишь свое тело, несмотря на вес. Во-вторых, это прибавит тебе уверенности, и ты автоматически начнешь привлекать мужчин. Мужчин! Ребятушки, всем здорово! Саныч на связи. Коль уж пошла такая пьянка, давайте я вредный советик подкину мужчинам. Когда вы приходите домой, не вздумайте практиковать такие советы на улице. Ребята заберут на 15 суток, а может быть еще и заберут в дурку даже. Оно вам не надо. Когда приходите домой, конечно же, когда у вас дома никого нету, ну, желательно, по крайней мере, да, тоже раздеваетесь наголо, но здесь будет маленькая ремарочка. Ну, все же прекрасно понимают, да, ну, почти все хотели бы, чтобы там, ну хотя бы пол сантиметрика еще выросла бы, да. Вы понимаете, о чем я, да, сандалечка, сосисочка. Ходите, не просто ходите, а берете вот так вот, ну, в общем, болтаете туда-сюда, вот так вот. Растянется. Я по 4 часа в прошлом году тренировал практически каждый день, ребята. Плюс 4 сантиметра, гарантирую результат, ребята. Кому надо, скину фото в личку. Ну, кому это, конечно, надо. Ха-ха-ха-ха.